Патриарх Московский всея Руси Кирилл обменялся подарками с английской королевой. Священнослужитель преподнес Елизавете II икону Божьей Матери, а скорослушница в русских ювелирных традициях. Монаршая особа тоже сделала приятное, вручила портреты свой и супруга принца Филиппа. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха. Встреча прошла в Букингемском дворце. Патриарх рассказал ее величеству о возрождении церкви в России, строительстве храмов и духовном подъеме в нашей стране. Кирилл прилетел в Лондон в честь 300-летия присутствия русской церкви в Великобритании. Он посвятил Успенский собор. Ранее священнослужителю подарили щенка породы вельшкорги, любимой собаки королевы.